Что за фигня? Звоните еще раз. О, получилось. А так как бисовые зеленые крысы лежат на лоу-лоу, блядь. Еще охуенно. Алло. Действительно, лоу. Алло, меня слышно? Нет. Алло, как дела? У меня, короче, свет потух, так что можете искать замену. Заходи. Ты же там в РК зашел только что. Подожди, может тебе дадут свет. Это я тоже повис, сейчас я перезайду. У меня, короче, обычно, если 15 минут света нет, то уже не. Ну если зайдешь. Хорошо, если 15 минут не буду. Можете меня, короче, заменять. Через сколько менять тебя? 15 минут, я сказал. Я что буду заменять? 15 минут, да. Пока так. Да, эти два гаврика, которые в АК-шке что-то писали, то я вылетел. Рад наоборот, Гельчат пишет. Пишет. Пишет, Света его покинул. Какая Света? Глупые смертные. Света. Королева нет. А спулили уже. Какая Света покинула? Сыны короля лича. Теперь наш... 300 баф, да? Джерен обещал по 300 гп в первом рейде, кто умрет на вихре. Он за пельмени обещал, но там Виталик 4 подряд словил. Так. Что за гон какой-то, я не могу сапфиры сделать. Место в сумках крови. Рейндж набирайте, контент на кинетике, сразу рейндж слева под первый вихрь сап, понимаешь? Серьезный босс, здесь надо тактику выполнять. Бей Телесета, не дрочись, не бегай, встань и набирай на нем агро. Чуть-чуть не убил сейчас человека в рейде. Бизон не видел, что ты писал. Кто-то видел, что он писал что-то лет на 30 секунд? Нет. Специально посмотрел чат. Я пролистал чат, там только шаман пишет про Африка. Раньше набирает. Ну, из инста одну минуту я кидаю. Фу, да, залагал. Ой, слив, залагал. Да, потом. Ничего, пока нормально. Разлаги. Слышишь меня? Просто с такими приколами долго в гильдии не продерживаются. В следующий раз будешь писать в чате, в РК, что ты отходишь на столько-то времени. Странно, что ты пишешь, что отошел на 30 секунд, хотя убили трэш минут 3-4, хотя не мало. Фоба, ты тут? Да. Смотри, чтоб не, с тебя не сорвали агро. Прожми крылья, побей босса. Там нормально, 401. Дайте какую-то ману. Кому? Какую ману? Иди регень ману у боссов. Так, давайте Валанара.
вихры, набрали дистанцию, счастливый сакру сразу. Даже сакра не была. Минус 2 сразу. Тышка тогда не должна была откатиться. Ладно, добиваем так. Сейчас будет второй вихрь. На втором вихре обязательно сакра. Давайте, разбежались, сакру, прожались. Да не умер. Поднимайте павших. Так, Эрдру, тебе надо? Так, ну думаю, эти вещи никому не нужны. Будем тратить время, давай. Кабу надо поднять. Блин, чего они вышли с какого-нибудь? Да. Так, экстримка, звезда, машулька, кружок. Остальные мобы там на хили как квадрат, если получится. Череп. Кулак ПЖК. Когда эти подокопалы. Так, давайте играем в череп. Станьте череп, кружок. Бизон, у тебя есть микрофон? Надо писать в речате, что ты отходишь, а пока я не читаю ПМ. Ты просто написал, поставил перед фактом, ну, подходишь, я даже не услышал ответа моего. В общем, тут одно место есть, потому что маг отвалился из-за интернета. Сейчас я вам дам пати. Каску бафнули, подорезнули. Ну, можете пролить это место пока. Пухнутого мага. Либо кто решите, кто из вас пойдет. Звезда, кружок. На будущее пишем про ФК в рейд-чате. И это должно выглядеть так, чтобы вы не на каждом трэше ФК-шили. Там один раз можно отойти за рейд, но не на каждом трэше. Тем более сейчас час 24. Если мы так будем ФК-шить на каждом трэше, то рейд растянется на 3 часа. Если он растянется на 3 часа, то мы встанем на лече и будем на нем долго сидеть. Уже не хотим этого. Приста баф. Сейчас давайте суммоним приста. Трэш вон, боешка. Лирал. Какая-то лицо. Тушите рыбу. Не знаю, не отображает. А вот, вот, грим. Без шмотки, значит. А, там. У всех бафы есть. Ого, жили вот, блин. Чек на пол.
Алекс и Бливин. Так, все готовы. Занимаем позиции. РДД сбоку. Хилы в центре. Это было неразумное решение. Зачем начинаете топ-пула? Сами открытку дал хилика или какой-то другой шип. Понятно все. Ладно. Призи Варлок. Спасибо, Лок. Не за что. Еще хочешь? Не стою в стенке. А врага тихо, да? Или я залагал? Наверное. Может, меня тоже не слышно. Слышно. Фликс. Рот наоборот. Раз, раз, слышно? Сейчас будет фир. Отбегаем от луж. Убираем дистанцию. Дается сакра, мастер аур. Буб, тебя так. Не слышно. Меня не слышно, да? Слышно, да, слышно. Лимошечка, слышишь? Меня слышно. Лимошку не слышно. Ничего страшного. Ну, один Гера. Да подожди с Герой. РЛ этот. Шаман, давай по команде РЛ, а не по другому человеку. Давай еще один рост. Бафать Тихонта. Тридцать один, да? Можно локу укусить под экзекутку. Подумаем. Прожим губа. Я кого-то сохранился ДПС в трэшину с руки. Да, уже Эрвин, молодец. Странные тоже. Раз-раз-раз, слышно? Сука. Да, к сожалению. Завоеватель. Сюда, и мы вам поможем.
Костенька, у тебя есть валипол? Нет. Мы так полгода будем хилить, мне кажется. А чё, почему счастливые осколки забирают? Да, я перепутал. Нет. Ну, уступи ему тогда. Там у вас уж какая-то мутка была. Вот Машуленька уступает, счастливый уступает. Это ты замутил. Это я замутил. О, вот это да. Алло, алло, раз, не слышно? К сожалению. Давайте ролим 10%. К сожалению, да? Хорошо. Давайте перерол. 2.99 кидай. Багруха не упал случайно? Да вот, как раз ролим. Я тоже паролю, вот мой ролл. Жги. Почти. Ну, Тоби выиграл. Ой, ладно, там подвеска выпала. РДД в кружок. Блин, а у нас Гера, короче, уже как обычка становится. Вообще никакого-то напряга не чувствую пока. Сними башку. Вы хорошие. Все впереди, наверное, у нас, да? Все хорошее, будь горями. Я говорю, три раза могли упасть на сурке там. С пула до первого трэша три метки уже было. А, у нас на леди же вайб был, точно. Жаль. Для вас всех есть классные новости. Север закрывает. Я вам сейчас озвучу их. Это Dark Stars. Бля, что-то Рубик пипец. Езду играйте. Наверное, имеет в виду, что Логан 3 выкупят. Будем на X5 играть. Право в раны идти? Или чё? Нет. БГ будем играть, арену. Я не умею БГ и арену. Никто не умеет. У меня ПВП как из говна пули. Тот, блядь, у тебя 6 аршам. Но хила в элитре хилить как-то не очень. Нет он тебя. Я не знаю, что не будет. Ладно. Дай спик не сверну. Я что с этим логаном не так? То X3, то X1, пиздец. А еще на X100 есть берсы. Не переживай, это так. Про все это закончится. Про вообще X-ов не будет. Вот здесь Holy Priest. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно... Холли, да, все зайду. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного Авангарда. И служите... Что это было, катапульт? Мисс Клик. Тайфоном не откидывать боссов забагается. Бьерн. Тоже.
Чё, когда заново начнет играть, где-то этот ГП как раз у меня скинется. Так не играет? Хоть какой-нибудь ВК, я у него персов прошу. А он ВК есть? Не знаю, поэтому спрашиваю. Не, у него нет. Говорят, что нету. Сказал, что запретили ВК и там... VPN там надо делать. Бейте другого Нефрендена и Маману сажи. Я этот перс еще попросил у знакомого одного. Уже будет у меня еще один паладин и маг. Так, давайте. Да, придется встречала эти. Каску ПДК. Еще совы не себе еще видеть. В общем, команды типа во время боя кого там бить, подавление яс я спокойно похилил. Спокойно захилить это в три хила. Дайте перестабав лапу, лапа есть. Инту. Каску ПДК дайте, алло, блять. Суицидный эксцеблевиум на рейде. Перестабав дай, Серега. А Джерри, он заходит на шамана. Давай, я понял твою мысль. Давай, Тишко. Зачем мне это надо, это моя руда? Пусть будет. Че надо катапульта, блядь? Сумки забиты. Че, разбирайте, раздаю же. Думаешь, я отойду минуту на три. Таблетку выпью. Да вы зря так, я иногда и реги скидываю так просто, запросто. Так у меня мест нету, нихуя в сумках. Нет, значит отклоняй. Чё, хилика? На, держи тебе вот эту штуку. Выбирай. Духи, ништяк. Так, где этот? Ну вот, надо ещё это. Каску дайте шаману, лапу не знал. Хоть что-то. Ману рек. Можно. Пристабав. Выкинь его просто через удаление, да и все. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Герои, вы должны мне помочь. Знак. Центре. Будем собираться.
спереди? Ну, ворот. Ворот, ворот. Я пока не могу прочитать это заклинание. Войти, а сколько у тебя емкость жесткого диска? Терабайт. SSD? А винчестеров сколько по терабайту? Что ли терабайтник? Создать терабайтник стоит, блять, очень много. Так Void работает вообще-то. Нормально всех убил. Там 81 надели. Читаю где. Ну я поздно зашел, просто не увидел портал. А ты сам себя не мог? Джулиан, это же гимнах. По идее должен захилить. Да хил, блять. Мгновенно ты хуйня из таков не было. Потом начал флешку поставать и хуй понял. Летел еще хуй понял. Надо подождать. Сдох как бомж. Пач. Что там по ХПС? Ого! Джерин 30 спарки. 19, 20 у тебя, 18 у меня. Ты же проф обычно смотришь ХПС, нет? Ну, пишет, игрок не найден. В ледяной короне нет. Понятно. Ну, катапульта я распилю. Не надо, не надо. Цвета. Меня выкинуло из лифта, я нажал блинк и умер. Ладно, сейчас. Не надо пылить. Перчатки бисовые, наверное. Спасибо за сум. Блять, на альянсе. На альянсе ПВЕ, так говорит, бьем в центре трэш. Ну, зачем, правда? И там бьют в центре трэш. Блин, я не спекнул особо, да? Оболел бы. Угу.
Спасибо. Хилик, у меня там нет гильдии, у меня там только своя для АДБ. Вообще можешь пойти в Джиглипаф, это гильдия ПВЕ дракона. И там весь контент закрывают. Знаю, что совпадает. Там можно хорошо парить только по... Если как бы... Перед дарком, естественно, отдавать. Там среда-четверг. Походить в рейде. Так где так? На Альянсе. Ну, вон люди спрашивают, я это как бы... Не агитирую, просто спрашивают, что кто где там. Но в Альянсе осталось две гильдии нормальных. Покорители Сумрака и... Покорители? Да, совершенно верно. Так и есть. Причем они друг с другом не ладят, как я понял. У меня нет дипломатического образования. Спасибо. Федеральный канал Войда, блядь. Нет, это танки это заводят кончик, чтобы не филиться. Научились. Экстримка снизу умираешь. Да и сверху умираем.
наверху лежал дальше всех, все равно умер. Ну, если б ел батона, выжил. Так. Надо подумать, кто хилит. Рыба слева. Что всегда мы отходим на 7 рев и кашет, по-моему, на совете. Либо пишем это в чат. Так, 5 хилов пойдем. Либо 4 захилите. Гонский готов. Пульт Апоконский. Я готов. Тут. Его запускаем. Третьей ауры нету. Конь стоит. Давайте перейдем. Войт не доигрывает. Ауру кас поставь. Один хил всего лишь освобожденка. Прислив даже саку на критяшке. Давайте побежали. Саку. Молодец, опасный. Хоть бы кожу прожал. Суицидная, поднимай атомска. Смотрим на ком метки. Уносим ее. А мне метка. Смотрим сами метки до 250 тысяч без год. Если мы тут вайпаемся, будет не поза смерти. Не бейте мою глыбу, там уже 100к осталось. Еще две бомбы должны упасть. Его можно слить. 4 хила освобожденная магия. Внимательно смотрим. Сейчас притяжка будет, никто не хлопает ничего. Беги, малышка, беги! Если хлопнуть 4 стата. Samsung? Да. Ты не в тени.
Ух. Метки вперед, счастливый. Схватишь босса. Хорошо. Да. Блин, кто там заморозил? Бля, сейчас быстрее. Подбивайте до 200 тысяч. Звезду подбить. У хп там. Кружочек 50к тоже. О, сзади падает, отбегаем. Кружочек подбить. Все в кружок звезду играем. На поклонский заберешь босса, умываюсь. Так, сейчас фаза началась, иди забирай. Так, три хила освобожденка, ничего не стакает. Велик, это слева БД-зон. Ну, молодец, кто-то заморозился. Джейрин заморозился. Сливайте метки быстрее, следующий под босса. Под босса метку. Великие отошли. Кильте счастливого хорошенько. Можно дать рост. Под босса метку. Под босса метку, говорю, под босса. Великие отошли. Все метки под босса сносим. Это Гера на бочке. Суицидная. А, нет, ничего. Селфишмором вставай. Таба под босса. Сливаем метку. Рот наоборот, давай гимн отхил. Прихил освобожденная магия. Вот под босса. Спарки хиль танка сейчас, полно исцелей. Прятали за глыбу. Вынес кривых. Звездочку спрятали, чтобы скинуть стаки. Вернулись в обратную позицию. Экстримка под босса. Счастливый дай сакру. Эксобливин с погиб на хп. Сливайте метку. Притяжка. Забыл сказать, что притяжка. Положи мне бабл экстримка. Срезку. А, опять возвращайся на тебе метка. Миники отбежали. Опять на тебе метка. Как ищем? Слива вообще хилы. Ну, блять, хильте по одному стаку хилы. Сторожила под босса. Для кого я говорю, что все метки под босса сносить? Ладно, тут лям остался не критично. Добивайте босса уже. Да, да, это так. Метка на Финдрой. Ты что, на тапках улетел, что ли? Шея. Что у нас по времени, кстати? 2 ночи. Суицидный еще не получал. Только мы идем, 2 часа уже. Ого, что-то быстро с учитывая с вайпом АФК. Давайте, у вас шанс на доп ИП, если убиваем без вайпов, то доп ИП. Был уже вайп на леди, ты говорил. Так 2 часа не прошло еще. А-а-а. Либо-либо, да? Да, Exoblivion, ты диспелишь чуму. Трусы станет протопал. Кружок. Ого, я только сейчас понял, у нас 3 роги времени.
Первая волна валик. Кружок. Экстримка. Ромбик. Войд. Вторая волна валик. Селфи шмурон. Кружок. Джерион. Парки Дэд. Сейчас будет запуск. После вайпа или убийства уже можешь отходить насколько хочешь. Забафайте лапу, пристабав. Ханта, исступление должно быть снято. Три ханта. У нас три ханта? Угу. Ну ничего себе. Три роги? Они набрали себя. Я надеюсь, на переходке не поделили этот на полгневных духов, а не 6 на пол, 1-21. Короче, я не знаю, не хочу сейчас это разбирать. На анбафе это будем говорить уже. Парки дед. Чем писать и потом охренеть. Я пошел запускать. Дби квадрат. Что это? Я. Аж к ней улетели. Ты тоже улетишь. Суицидно, стань звездочку. А, я знаю, кому дать квадрат. Быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил. РДД зона звездочки. Ты пройдешь... ШП. Рот наоборот. Постань в звездочку. И будешь... У нас друг по другому бьется. Лич. Рот наоборот. Ты слышишь, ты врка? Ну, встань в звезду тогда. Я ж тебе говорю два раза уже. Это такое ощущение, что вы вообще ничего не слушаете. Олег, я забыл. Да, да, это... Первую волну. Вторую волну Роги станет. РДД ловушка. Шарк ключи. Отлично забрал, молодец. Чума, смотрим, Атомс, чума. Спейлим его. БДК ловушка, милики отошли. О, быстро как. Так, опять РДД, убежали. Чума сейчас будет. Элвин чума. Спугалова. Счастливый, стань дальше от РДД. Проведи. Пизду встали. Блин, забыл сказать, мелизон ловушка, не улетели. Молодцы. Ленин и Шаркович, второй Шаркович, РДД перебежали. Шаркович его забирай. Шаркович в РДД зоне. Чума одна секунда. Эксоблевин, чума. Молодец. Куда такое ДП? 74%. 75%, надо идти на край. Давайте на край пошли. Протопал, видимо, на край.
А чё за ДПС? О, я заслакал. Вставайте. Давайте, ловушка. РДД в звездочку. Чумо сейчас выносим. Блин, это меня ударной волной сложило, да? Рот наоборот, чума. Испел его. Испел. Испел счастливо. Подведи бой. Уходи на край. На этот... Сидно, поднимай босс. Ой, поднимай босса, говорю. Поднимай рот наоборот. Прицельно. Бафы по сове. Суицидный, ты тут? Бафы по сове, по престу, играйте первого духа. Пожалуйста, магию из БДК диспелленце. Играйте во второго духа. Блин, как сложило. Крест еще по сове. Крестобафа не вижу. Сказал про крестобаф минуту назад. Ноль бафов. Интеллект, я не знаю, там есть. Есть интеллект. Последний дух надо убить. Давайте РДД стоим звездочки и на расстоянии убиваем духа. Блин, я подвис немного, капец. Мелики, давайте под лича, играйте всех духа. Духа, веди сюда, быстрей. Слива, не тупи. Давайте все звездочку становимся. Играем через кружок. ДЦ схватила ханта, мага, через ромбик их сыграли. С центра всем выйти, под вальками не стоять, осквернение сейчас будет. Беги, малышка, беги! Трусы замедлить, трусы сыграйте. Давайте рост. Все, лича теперь. Так, на первой вальке разбегаемся лево-право, главное это сквернение не бежать. Счастливый Даш Сакру, Ретрикс, Мастер Аурус с защитой от темной магии, хорошо. Вроде по возможности станем. Встали в звезду все? Алло, Латомск, прием, ку-ку. Вот там осквернение и первая валька. Все, разбежались. От осквернения. Молодец. Фантастика. Играйте валик. Станьте валик. Селфиш Марон, Джерион. Трусы. Счастливый. Тогда QS стань ромбик. Трусы надо слить. Все в трусы с центра. Всем выйти. Осквернение сейчас будет. А нет, не будет уже осквернения. Что-то забагалось. 8 секунд еще. С центра всем выйти. После осквернения в центр пойдем. 2 секунды осквернения. Давай, мэджики. Давайте быстрее под босса. Становимся как на первых валях. Там кружок, экстримка, ромбик войд. Играйте валик. Так, кружок, хвалипал. Машулька, стань ромб, машулька. Два хила, три хила вальки. Гимнат хил, Джулиан. Каплю на БДК, прожимайтесь, три хила в вальках, осквернение 2 секунды, под вальками не стоять. Под вальками не стоять. Три хила, это жесть. Повезло нам. Фух. Колюпал, Ршама и ДЦ, кажется, в вальках, не? Давайте так, остановимся под вальками, о, под мечом. Джириан улетел, или он умер? Улетел. Звезду встали, сейчас будут вальки. Ромбик, QS, стань ромбик. Подвалик все вышли. Я в трусах, играйте кружок трусы. Осквернение в центре. Трусы надо слить, я в трусах. Трусы будут сливать, блядь, лям 800, вы играете, две вальки, я на краю уже. Давайте, все на край, 2%. Это не дело. 1%. А, там Скиннер, Войд Холли. Все, давайте все на край. Минус 1. Так, смотрим, следим за агро. У нас мало на пула. Играйте из первого духа. Давай, Гим. Ставь спарк-кью, ставь тотем на маны.
Ханты бьем сферы. Три ханта в рейде. Второго духа забрать. Дружок играем. Дайте что-то на ману гимн кто-то. Ну, регень, подойди к мобу, регень ману. Тут нечего хилить пока. Не надо. Ладно уже. Рот наоборот, давай гимноману. Если есть. Кружок добить, в последнего духа пока не играем. Типа последнего духа все играем. Кружок. Отлично. Кому бафы надо плюс? Да, 20 человек только падало, что это. Давайте звезду стали. Шаман, цепуху хотя бы кидаешь. Зря что ли останавливаюсь. Где цепухи? Тотем на каст еще ставь, чтобы цепуху кастовать за секунду и 3 сотых, и 3 десятых. Ладно, вышли. Давайте РДД духа играем, мелики босса. Не отводи далеко духа и не поворачивай его в рейд, чтобы он не дыхнул и не убил никого. Все, теперь можешь повернуть. Магии уже не будет. Давайте. Спрятались за меча. Счастливо взрывай духов. Этот мастаут на них. Щит мстителя. Осквернение. Сейчас мили зона осквернения отбежать. Звезде бежим. Звезде. Счастливо. Пилим счастливого, суицидный сейчас умрет, захилься, здесь будет комната. Звездопада нет, и КД. Потом пойдем к трону. Нет, к трону. Давайте три креста, иссушение разума, ханты, сливаем обов. Магия, ледяное копье. Так далее. Иначе, как и я, будете навек пробущены этим проклятым клинком. Сейчас опять в звездопад дам. Можете за мной не идти пока. Идем к трону. Не играйте в Лича, пошли просто к трону. Вы видите, что белая звезда, она идет к трону. Максимально нужная реальность. Последняя комната сейчас будет. Прятались за Лича. Все, пошли к трону. О, к трону говорю, к порталу. Вернее, мини-зона. Стой. А, нет, нет, иди. Наверное, не успею. Патрону прожал. Давайте. Побежали в звезду. Далеко бежим быстрее. Очень рядом бомба. Есть сакра у тебя? Надо дать сакру сейчас, чтобы мы пробежали, выжили вот здесь вот. О, больно так как будет. Бля. Где побежали дальше? Нормально. Выжили.
патроны. Есть, я первый. Вы величайшие герои Азерота. Вы преодолели все препятствия, которые я воздвиг перед вами. Еще один брат Каноба. Я старался. Только в лича покажи. Только в лича ща, ага. Ну, если ты не первый в лича, то ты мультидотер. Вот, кстати, Каноб. Я мультидотил, сразу говорю. Слышишь, Каноб тогда говорил, типа 13, 12 или сколько он там, 13 дал, да, Сорба с хилом. А сейчас вон, смотри, 15, сейчас вон Каноб. Вот вечера. Почетное третье место. Видишь, 15, 300, Сорб, 300 с хилом. Ну, тут есть разные факторы. Вот первое, она лучше абсорбит, чем Каноб. Второе, это связка хил. Если два шамана, вот этот 4700 нахилил, мог нахилить 5700, то их 15 хпс у них не было. Смотри, как я буду воскрешать их и превращать... 1500 давали за обычку, а что 1500? Они повергнут... Нет, еще 250 там было на 6. Видишь, такая деза идет. Вернее, войт начнут 1251. Я, кстати, себе косарь забыл, да? Мы же до ПП сегодня с Джерином прошли, да? 3500 всем накинул. Да. Мне по душе. Показать. Прикольно. Духом. Киносфера. Сейчас. Дай мне силу разбить эти оковы. Да не, он ШП обогнал вас по личу. До этого не должно быть. Должен быть первый по личу, по-твоему. Пурики? Пурик, Макхан. Вот, топ-3. Если валик не бить, то, конечно, пурик будет. А смысл? Ну, валик я всегда мультидотаю, когда бью лича. Проков же больше. Хотя, может, и ШП, я ошибаюсь. Да не, магик, ты не ШП, вы лича первый. Ну как бы валик бить, это играть на рей. Ничего тут такого нет. По валькириям урон. У нас вообще-то по 4 раз 3 целка собирается. Это ты кому говоришь? Там вон там люди пишут. Сколько у вас времени там? У меня вот 20 минут. Не час. 2 часа 20 минут. Нормально. Скоро собак кормить, да? Угу. То в субботу что-то будет собирать? Там по стандарту. Запишите. Возможно, буду у льду в час собирать десятку завтра. Олег, кинь осколок, пожалуйста, я на шаму зайду. А как полутать этот сундук, сука, где он будет? Переломался, когда квест взял. Нет. Кто из вас не получал это? Печеньку. Сейчас, если переломался, будет сундук? Не. Переломались. Что будет? Все будет. В следующем КД возьмешь? Так. Гора. Давай на ов на 10. Ладно, давайте на ов тогда. Ты чё, охуел, Войт? Ты сколько раз орал, что паладином не отдавать? Никто, никому не надо больше на ов.
Ретрик, экстримка. Нет. Если не Квару ДК не надо, то можно Ретрику отдать на ух. Пока ночь всем. Пока. Так, зов. Лол, Трисия, да? Ебать, выгораю. Кое-кто коня вообще не получал никогда в жизни. Ну-ка, смотрите на моего паладина. Шейн. Сколько внимания Морола даем, да? По усмотрению. Даже не знаю, кому отдать. Олег, сколько ИП за босса в гире? Ну, ладно, пускай Морола будет. 3500. Сколько за босса? Ты на каком боссе был? Я в совет уже пришел. Отлично. Он накинуть дает... себя. Сейчас я накину тебе деньги. Давай, Ливан, ну туда. Не Бой, надо, не надо. Посмотрите на час завтра уйду. Вычесть то, сколько ты начислил Иване. Сколько Иване начислил? По-моему, 1400. С чем-то. Кидоп ЕП. Так, рот наоборот тоже накидал ИП точечно. Если у вас есть желание в ВК сходить, я не знаю, можно в ВК сходить. Это 30 минут. Уже 2.20. Чего ты мне что-то писал? Фокус. Ты не подожди. Надо, наверное, ивент порегать, через 40 минут он обновится. Да нет, пошли в ВК уже. Идем. Ладно, сейчас я посмотрю, кто есть. Если будет меньше 20.